У Вари сегодня банный день. Короче, сейчас будет не только она мокрая, сейчас еще и мы мокрые будем. Ну, сколько счастья. Как хорошо. Только что перед тем, как купаться, в общем, сидела у меня на перчатке, а потом так резко раз полетела на забор, села. Я встаю к ней подходить, а она такая раз и полетела за двор. Сделала полукруг такой и вернулась, села на яблоню на уровне вытянутой руки. И после этого момента, я сейчас вот только что обрезала ей путанки. В тот момент, если вдруг она полетит и где-то сядет на дерево, чтобы она не зацепилась. Ой, красота какая. А до этого пошли с ней гулять к речке, это где-то примерно километр отсюда. В общем, решил ее выпустить полетать, и она как сиганула. Ну, то есть сделала два круга таких и полетела в частный сектор. Ну, короче говоря, метров 300, наверное, от меня. И засела в огороде. Короче говоря, полчаса ждал, пока выйдут люди, чтобы попроситься к ним в огород. Собрать Варю. Она там себе спокойно паслась в клубнике. Все, покупалась птица. Так быстро. Это сколько счастья. Так, ну ладно. На этом наши мыльно-рыльные процедуры, как видите, закончились. Будем сейчас активно сохнуть. Подписывайтесь на наш канал, на наш инстаграм. И всем 100 000 подписчиков. Всем пока.